Здравствуйте. 17 мая, четверг, день Юпитера. Второй лунный день с элементом Земля. День благоприятный для людей, родившихся год тигра, кролика, обезьяны и курицы. Задуманные дела в этот день будут получаться легко. Хорошо в этот день идти в ховраки, выдвигать кандидатуру на должность, находить решение для быстрой реализации задуманного, ставить закваску, смирять врага, заказывать тавангхарюлга, спорить, судиться для дел, направленных на распространение. День неблагоприятный для людей, родившихся год коровы, дракона, овцы и собаки. Нежелательно проводить и заказывать обряд джинцирк. Отправляться в дорогу к утратам и краже. Стрижка волос конфликтом и ссором. На Верхней Березовке Сухчиндугане с 9 часов утра пройдет Гардзе Хурал, Дюньхурдугане, Гардзе, Дыважндугане, Очурване Сунды. Делайте добро.